Здравствуйте! Вы смотрите духовно-просветительскую программу «Лампада» в студии Лариса Степкина. Сегодня проповедь об осознании покаяния. Мы расскажем вам о Спасо-Преображенском храме Полоцкого Спасо-Ефросиньевского монастыря. В рубрике «Православие в вопросах и ответах» вы услышите об отшельничестве. Сегодняшнее воскресенье, дорогие братья и сестры, называется «Неделя о блудном сыне», потому что на сегодняшнем богослужении читалось Евангелие, в котором излагалась притча о некоем отце, у которого было два сына, и вот один из этих сыновей, младший, потребовал у отца дать ему его наследство. Понятно, что требование это было незаконно, потому что наследство полагается получать после смерти отца. Но отец идет навстречу пожеланию своего своевольного сына и дает ему его часть наследства. Сын вскоре, взяв все полагающееся ему богатство, удаляется в некую далекую страну, как сказано в Евангелии, на страну далече. И, живя там распутно, вскоре расточает все свое имение. У него не остается ничего. Все друзья его бросают, и он остается один в чужой стране, совершенно без средств к существованию. И он начинает очень сильно нуждаться, начинает голодать, так что даже жизнь его находится в опасности. И вот он, сын богатого родителя, нанимается к некоему человеку пасти его свиней. Что такое для иудея значит работа пасти свиней? Свинья – животное нечистое, и работа – это самая унизительная. И вот сын сей желает насытиться хотя бы вот этим кормом для скота, но и его не дают ему вдоволь, и он продолжает нуждаться. И вдруг он опомнился. Он вспоминает о том, что даже наемные работники у его отца вдоволь имели хлеба. И он решает: «Пойду к моему отцу, покаюсь ему, скажу, согрешил я на небо и пред тобою, отец, и недостоин отныне называться твоим сыном, прими меня хотя бы в твои работники». И вот он решительно направляется к себе на родину. Отец, услышав, что к дому приближается его блудный сын, спешит ему навстречу. Он обнимает его, целует и не дает ему даже до конца произнести слова покаяния. Сын блудный успевает только сказать: «Отец, согрешил я на небо и пред тобою, и недостоин быть твоим сыном». И отец повелевает принести сыну своему лучшие одежды, умыть его, обуть, дать ему на руку перстень, как знак достоинства сыновнего, и устраивает для него пир. Во время пира возвращается с работы с поля старший сын, который жил в послушании своему отцу, был добрым и добродетельным. И узнав, в чем дело, что пир этот в честь его недостойного брата, старший сын возмущается. И вышедшему отцу говорит с возмущением, что «я всегда был в твоей воле, но ты никогда мне не дал даже козленка, чтобы сотворить пир для своих друзей. А для этого, блудно прожившего все твое имущество, данное ему, ты сотворил пир». Но отец с любовью говорит своему старшему сыну: «Сынок, все, что я нажил, твое. Но подумай о брате твоем, который погиб и ожил, пропал и нашелся». Господь дает нам образ
и покаяние, потому что необходимое условие покаяния – это увидеть всю свою чистоту, увидеть свое падшее состояние, опомниться от своего греха и обратиться к своему Небесному Отцу. Но самое главное, что Господь дает нам, это образ своего милосердия. Господь так любит согрешившего и падшего человека, что готов все ему простить. Любой грех канет бесследно в бездне божественного милосердия. Мы видим такую любовь Отца, которая превосходит любую земную любовь. А из евангельской истории мы знаем, что любовь Небесного Отца даже превзошла эту любовь, о которой рассказано в притче. Отец Небесный посылает на страну далече Сына Своего, Единственного, чтобы Он привел грешника к покаянию. Приближается Великий пост. Время покаяние, время исправления, время возвращения из далекой страны, из страны забвения Бога, возвращение к своему Небесному Отцу. Время опомниться, покаяться, решительно возвратиться от греховной жизни к жизни, ведущей в обители Отца нашего Небесного, жизни вечной. Аминь. 2012 год для древней Полоцкой земли знаменателен. В текущем году 1150 лет городу Полоцку и 1120 лет с момента образования Полоцкой епархии. На территории современной епархии более 100 храмов. Среди них памятник архитектуры XII века Спасо-Преображенская церковь. Спасо-Преображенская церковь – памятник архитектуры XII века. Точные даты строительства летописные и житийные источники не называют. Существуют разные точки зрения появления Спасской церкви – с 1120 по 1160 годы. Житие преподобной Ефросинии Полоцкой повествует о том, что чудесным образом, усердиями святой, был воздвигнут храм Всемилостивого Спаса. Этот храм был построен как храм-усыпальница, во-первых, как храм-усыпальница, для, по всей видимости, для ее многочисленных родственников. Это была все-таки княжеская семья, она происходила из княжеского рода. Во-вторых, этот храм мыслился как некий такой храм-реликварий, потому что в нем хранился знаменитый крест Ефросинии Полоцкой, который являлся хранилищем, сам этот крест являлся реликварием, в котором хранились очень бесконечно ценные, то есть бесценные, скажем так, реликвии христианского мира. Это частица крови Господней, частица ризы, там, мощи святых, кусочек гроба Богоматери, кусочек гроба Господня. И вот такие вот великие святыни были. Поэтому он сам мыслился как реликварий. Преподобная Ефросиния – постница, молитвенница, устроительница монашеской церковной жизни, просветительница, первая русская игуменья, великий духовный столб для верующих. Этот памятник, он ценен как бы не только как просто памятник истории и культуры, а как прямое наследие
Ефросинии Полоцкой. Она принимала в создании этого храма самое непосредственное участие. И главное, я считаю, главная ценность этого храма заключается в том, что в нем участвует, вот в его создании, в программе росписи участвовала сама Ефросинья Полоцкая, и это ее как бы, ну, послание людям, потомкам, если хотите, тем людям, это ее обращение к тем людям, которые ее тогда окружали. Это мысли, заложенные в этой росписи, во многом принадлежат ей. И это, конечно, я думаю, что это самый важный момент вот в этом храме и в его фресках. В 1991 году в Спасо-Преображенском храме при наличии финансирования ведутся реставрационные работы. Реставраторы открывают фрески XII века. Часть древних изображений открылась без вмешательства специалистов. Сегодня реставраторы открывают и культурное наследие XII века, и сохраняют масляную живопись XIX века для ее отдельного экспонирования. Добрый день, братья и сестры. Мы с вами сегодня в рубрике «Вопросы и ответы». Я хотел бы ответить на интересующие вас вопросы. Вы спрашиваете, как в настоящее время православная церковь относится к отшельничеству и ношению вериг? Существуют ли примеры отшельничества сегодня в современном мире? Мы этого не знаем. Есть ли отшельники, где они прячутся, или же их нет? Носит вериги или не носит? Нам сложно сказать. Существуют сегодня достойные священники или же монахи, епископы, которые могут в духовном плане окормлять человека и помогать ему в его духовной работе. Ну, а что касается вот настоящих отшельников, которые подвязаются где-нибудь в пустынях, пещерах. Сложно сегодня судить о таких людях, есть ли они или нет, потому что они не афишируют свой подвиг, не показываются на людях, как и раньше. Если не есть, значит, они где-то молятся в тишине, в пустыне, в горы или леса. И мы только можем надеяться, что эти люди по их молитвам еще мы с вами живем на этой земле. На сегодня мы заканчиваем нашу рубрику. Всего вам хорошего, Божьего благословения вам. Следующая информация будет интересна воинам-интернационалистам и их семьям. Для вас 15 февраля в 11 часов в Полоцком кафедральном соборе Богоявления будет отслужен молебен. Этот день был выбран потому, что 15 февраля проходит День памяти воинов-интернационалистов. Новополочан 15 февраля в 10:20 возле памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, будет ожидать транспорт. На нем желающие смогут доехать до Полоцкого кафедрального собора Богоявления, помолиться в храме и попросить помощи свыше в своих нуждах. Мы рассказали вам, что Полоцкая епархия – одна из первых епархий Русской Православной Церкви. В проповеди прозвучала мысль, что у каждого есть возможность осознать свои грехи. В рубрике «Православие в вопросах и ответах» вы услышали мнение священника, что молитвами монашествующих поддерживается наше общество. Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была Лариса Степкина. До свидания. До встречи через неделю.